Приветствую всех на моем канале, меня зовут Настя. Сегодня вяжем крючком. Вот такие кроссовочки мы уже вязали, но на 10 сантиметров. Сегодня будем вязать 11 сантиметров по подошве. Пряжа у меня Янар джинс, крючок буду использовать 2 миллиметра. Свою подошву я уже связала, у меня двойная подошва, как обычно. Дальше вставлю кусочек видео, как связать такую же подошву. Подошва 11 сантиметров. Набираем 18 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18. Петельку придерживаем и набираем еще 2 воздушные петли подъема. В ту петельку, которую придерживали, или 1, 2, 3, третью от крючка петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик в эту же петлю, второй. Дальше вяжем по цепочке 16 столбиков с одним накидом. 1. 2, 3, 4, 5, 15, 16. И в крайнюю петлю провязываем прибавку из 5 столбиков с одним накидом. Один, два, три, четыре, пять. Дальше вяжем по цепочке 16 столбиков с одним накидом. Хвостик сразу ввязываем. Один, два, три, четыре, пять, 15, 16, и осталась одна петля последняя. Сюда провязываем 2 столбика с одним накидом. 1 в эту же петлю, второй столбик. Соединительная петля во вторую воздушную петлю подъема. Первый ряд довязан. Второй ряд. 1 воздушная петля подъема. И вяжем 2 прибавки подряд из 2 столбиков без накида. Первая прибавка, в следующую петлю вторая. Дальше вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше 2 полустолбика. 1. Следующую петлю второй. 7 столбиков с одним накидом. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7. Далее вяжем 5 прибавок подряд. Прибавка из 2 столбиков с одним накидом. 1,
Два. Три. Четыре. Пять. И повторяем зеркально этой стороне 7 столбиков с одним накидом. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Дальше два полустолбика. Первый. Следующую петлю. Второй. Семь столбиков без накида. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь. И остается довязать две прибавки. Первая прибавка в следующую петлю. Вторая. Соединительный столбик в воздушную петлю подъема. Третий ряд. Три воздушные петли подъема. Дальше 4 прибавки подряд. Одна прибавка из двух столбиков с одним накидом. Первая прибавка. Вторая. Третья. Четвертая. 16 столбиков с одним накидом. Один. Два. Три. Четыре. Пять. 15, 16, 10 прибавок подряд. Один. Два. Десять. 16 столбиков с одним накидом. Один. Два. Три. Четыре. 15. 16. 4 прибавки подряд. Один. Два. Три. Четыре. Подошва готова. Для тех, кто оставляет одну подошву, вяжем так. Соединительную петлю провязываем не спереди вот так, а сзади за третью воздушную петлю подъема.
Соединились, разворачиваемся и дальше вяжем воздушная петля подъема и дальше вяжем вот в эти отверстия. Соединительные столбики. Один, два, три, четыре, пять. Должно получиться 68 соединительных столбиков. Вот за эти соединительные петли мы будем вывязывать бортики. Для тех, кто вяжет двойную подошву вместе со мной, ниточку отрезаем. Вытягиваем ниточку со следующей петли, не с воздушных. Вот косичка из трех воздушных со следующей петли. Вытянули. И вот тут сзади есть петелька. Даже по две сразу. Все, хвостик можно прятать. И свяжите еще одну такую же деталь. Две детальки готовы. Складываем изнаночной стороной внутрь. И теперь пройдемся по центру соединительными столбиками. Этого можно не делать, но мне больше нравится, когда центр тоже зафиксирован. Вводим крючок вот тут в первое отверстие на одной подошве и в первое отверстие на другой стороне подошвы. Захватываем нить. И теперь отверстие в отверстие провязываем соединительными столбиками. Довязали до конца, ниточку отрезаем и прячем хвостик на изнаночной стороне. Также поступаем и с этим хвостиком. Теперь пройдемся соединительными столбиками по краю подошвы. Я люблю, когда косичку видно, оставляю ее снаружи, переворачиваю косичкой вниз. И где-то вот тут сбоку, вот петля в петлю, провязываю соединительными столбиками. Ввели крючок под одну косичку на одной подошве, под вторую косичку на второй подошве. И таким образом вяжем соединительные столбики. Должно получиться 68 соединительных столбиков. Пока еще не связали подошву полностью. На данном этапе очень удобно заправить хвостик. Прячем на изнаночной стороне
и довязываем соединительными столбиками до конца ряда или вот до начала. Подошва готова, ниточку отрезаем. Этот хвостик можете спрятать, я его не прячу, я просто, когда вяжу бортики, его ввязываю. Подошва связана, продолжаем вязать пинетку. За петли, оставшиеся от соединительных столбиков, вяжем бортики. Находим среднюю петлю на пятке. Вяжем белой нитью. Закрепляем воздушной петлей. И сюда же провязываем столбик без накида. Вяжем по кругу 68 столбиков без накида. 2. 3. Хвостик сразу ввязываем. 4. 5. 66, 67, 68. Соединительный столбик за воздушную петлю подъема. Соединились, вяжем второй ряд. Воздушная петля подъема. И второй ряд будем вязать вогнутыми столбиками. Вводим крючок с обратной стороны под косичку, выводим под следующую косичку опять вовнутрь, вытягиваем петельку и провязываем столбик без накида. Мы как бы огибаем ножку столбика предыдущего ряда. 2, 3, 4, 5, 6, 66, 67, 68. Соединительный столбик будем провязывать нитью другого цвета. Соединяемся не за воздушную петлю подъема, а за следующую петлю. Третий ряд. Воздушная петля подъема. И сюда же провязываем столбик без накида. Вяжем 20 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20. Дальше вяжем 28 полустолбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28. И довязываем 20 столбиков без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20. Соединительная петля не в воздушную петлю, а в следующую. Четвертый ряд. Воздушная петля подъема. Сюда же провязываем столбик без накида и вяжем. Повторяем третий ряд. Вяжем 20 столбиков без накида. Один уже есть.
два, три, четыре, 19, 20. Дальше вяжем 28 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 27, 28. И довязываем 20 столбиков без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 19, 20. Соединительная петля не в воздушную, а в следующую. Соединились. Пятый ряд. 2 воздушные петли подъема. Вяжем 8 полустолбиков с той же петли, откуда выходили воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Дальше 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У меня заканчивается ниточка, заодно покажу, как я ввязываю новую. Вот этот кончик будем ввязывать, этот вяжем в следующем ряду. И вяжем просто. Это у нас было 8, 9, ниточки подтягиваем, 9, 10, 11, 12. Дальше будем вязать убавки. Вяжем первую убавку из 2 столбиков без накида, но не за целую петлю, а за ближнюю к нам полупетлю. Вяжем таким образом. Вводим крючок под первую полупетлю, сразу же под вторую и провязываем обычный столбик без накида. Дальше вяжем 12 убавок из полустолбиков с накидом. Делаем то же самое. Накид. Вводим крючок под первую полупетлю, под вторую полупетлю. И вяжем как один полустолбик. Первая убавка. Вторая. Три. 4, 5, 6, 7. 8. Девять, десять, 11, 12. Дальше вяжем убавку из 2 столбиков без накида. Провязали. Дальше 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И остается довязать 8 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соединительная петля не в воздушную петлю подъема, а в следующую. Соединились. Дальше начнем, продолжим вязать вот отсюда. Ниточку вот эту пока оставьте. Она нам еще пригодится для обвязки. Итак, вяжем 6-й ряд. Отступаем 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И начиная с 15-й. Закрепляем нить воздушной петлей. Сюда же провязываем столбик без накида. И вяжем 9 столбиков без накида. Хвостик сразу ввязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восемь, девять. Дальше вяжем убавку из двух полустолбиков. Так же, как и в предыдущем ряду, за полупетли. Провязали. Дальше вяжем полустолбик за обе стенки петли. Снова убавка. Один полустолбик. И еще раз убавка. Так, дальше вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 воздушные петли подъема, разворачиваемся, вяжем 7-й ряд. Начиная с первой петли, провязываем 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И 1 соединительный столбик. Разворачиваемся, вяжем 8-й ряд. Первую петлю пропускаем, вяжем со второй 2 столбика без накида, 1 в следующую петлю, 2. 2 воздушные петли подъема, столбик снизу пропускаем, в следующую провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли. Столбик снизу пропускаем, в следующую провязываем столбик без накида. Еще раз 2 воздушные петли подъема, столбик снизу пропускаем и в последнюю петлю провязываем столбик без накида. Ниточку отрезаем.
Мы провязали 6, 7, 8 ряды. Теперь нужно довязать 7, 8 на этой стороне. Отсчитываем 9 столбиков, 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот в 9-ю вводим крючок. Вяжем с изнаночной стороны. Воздушная петля. И начиная со следующей, вот здесь воздушная, со следующей провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И довязываем 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля, разворачиваемся в 8-й ряд. Столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик снизу пропускаем, следующую провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли. Столбик снизу пропускаем, следующий провязываем столбик без накида. И еще раз. 2 воздушные петли, столбик снизу пропускаем и вяжем 2 столбика без накида. 1 в следующую петлю, 2 и соединительная петля в начало 7 ряда. Вот куда мы сначала провязывали воздушную петлю. Соединились. Ниточку отрезаем. Продолжаем вязать с пятки 9 ряд. Воздушная петля с этой же петли, откуда у нас выходит воздушная петля, провязываем столбик без накида и вяжем 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 13, 14. Дальше вяжем 2 столбика без накида между рядов. 1 и 2. Дальше вяжем прибавку в угловую петельку. 1 и сюда же 2 столбик без накида. Дальше 6 столбиков без накида под цепочку. 1, 2, под цепочку. 3, 4, под цепочку. 5, 6. Дальше вяжем 7 столбиков без накида, но за ближнюю к нам полупетлю. 1, соединительный пропускаем. 2, 3, 4, 5, 6. Тут тоже соединительный пропускаем. 7. Дальше зеркаль на этой стороне 6 столбиков без накида. 1 под косичку. 2. 3 под косичку, 4, 5 под косичку, 6. И в крайнюю петлю прибавка из 2 столбиков без накида. 1 в эту же петлю, 2 столбик.
Дальше 2 столбика без накида между рядов. 1, 2. И довязываем 14. И довязываем 14 столбиков без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 13, 14. Соединительный столбик в воздушную петлю подъема. Ниточку можно отрезать. Вяжем язычок. Я буду вязать черной нитью. Но она не совсем черная, это такой графитовый цвет. В каком? В 9-м ряду, когда делали обвязку, мы тут провязывали за ближнюю стенку к нам 7 столбиков. На обратной стороне у нас должны остаться петельки. Один, два, три, 4, 5, 6 и одна где-то здесь наверху. Семь. Провязываем 2 воздушные петли подъема. Это у нас будет как за первый столбик. Вязать будем вытянутыми столбиками. 1. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот она вторая петля. Хвостик буду сразу ввязывать. Вяжем так. Один раз провязали, второй раз провязали. Как бы вяжем, как обычные столбики без накида, только 2 раза провязываем. Еще раз. Один, два. Один раз провязали и уже 2 петли вместе. Третий столбик. Четвертый. Пятый. Шестой и седьмой. 2 воздушные петли подъема. Разворачиваемся, вяжем второй ряд. Будем прибавлять в начале и в конце ряда. 2 воздушные петли подъема, это как первый столбик. Сюда же провязываем второй вытянутый столбик. 3. 4, 5, 6, 7. И провязываем прибавку в конце ряда. Вот тут не теряйте. 2 воздушные петли подъема. Это как первый столбик у нас был. Сюда провязываем 2 вытянутых столбика. 8. И сюда же 9. 2 воздушные петли подъема, разворачиваемся, третий ряд, снова делаем прибавку в начале и в конце ряда. Один столбик уже есть, сюда же провязываем второй. Три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9 и прибавка во вторую воздушную петлю. Десять, сюда же 11. 2 воздушные петли подъема, разворачиваемся.
Четвертый ряд. Снова прибавка в начале и в конце ряда. Один уже есть. Сюда же провязываем второй. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, десять, 11, прибавка в конце ряда во вторую воздушную петлю. Двенадцать, сюда же 13, 2 воздушные петли, разворачиваемся. Пятый ряд. Снова прибавка в начале и в конце ряда. Один уже есть, сюда же провязываем 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13. Прибавка в конце ряда. Во вторую воздушную петлю подъема провязываем 14 и сюда же 15 столбик. 2 воздушные петли подъема, разворачиваемся. Шестой ряд. Тут прибавок уже не делаем. Первый столбик есть. Начинаем со второй петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и во вторую воздушную петлю подъема 15. Никаких воздушных петель не делаем, разворачиваемся, вяжем седьмой ряд. Первую петлю пропускаем, во вторую провязываем столбик без накида. Дальше вяжем 11 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дальше столбик без накида. И соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Язычок готов, ниточку отрезаем. Вот что у нас получилось. Продолжим вязать пяточку. Я буду вязать той же нитью, что и язычок. Отступаем вот от этих ушек для шнурков 4 петли. 1, 2, 3, 4. Начнем вязать с пятой, но не за обе стенки петли, а за дальнюю от нас. Закрепляем нить воздушной петлей. Сюда же провязываем столбик без накида. Хвостик подтягиваем и сразу будем ввязывать. Вяжем 20 столбиков без накида. 1 за дальнюю стенку. 2, 3,
4, 5, 18, 19, 20. Должно остаться 4 свободные петли. 1, 2, 3, 4. Дальше. Зафиксируем ниточку, чтобы ее не обрезать. Разворачиваемся, пропускаем 3 петли, 1, 2, 3, и начиная с четвертой, провязываем воздушную петлю, вот тут не затягиваем, потом вот эту протяжку будем ввязывать. Воздушная петля, и сюда же провязываем столбик без накида. Вяжем 4 столбика без накида, один уже есть. 2. Тут уже вяжем за обе стенки петли. 3. 4. Дальше будем провязывать убавочки на пятки. Тут обычную убавку провязываем. Есть. Дальше 2 столбика без накида. 1. Следующую петлю. 2. Снова убавка. И довязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И должно остаться 3 недовязанные петли. Снова фиксируем ниточку. Разворачиваемся и тут пропускаем уже 2 петли. 1, 2, в третью закрепляем нить воздушной петлей. Снова следим за тем, чтобы нить, протяжка не натягивалась. Воздушная петля и сюда же столбик без накида. И вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. У нас здесь 2 петли не связаны и здесь не довязаны. Дальше будем делать обвязку по кругу. Прям вот с этого места и начнем. Вяжем по лесенке 5 столбиков. 1, 2. Вот они наши 3 петли. 1, 2, 3, которые мы пропускали. Вот вместе вот с этой протяжкой вяжем дальше. 4. 3. 4. 5. Дальше будем спускаемся вниз и будем вязать снова за дальнюю стенку. Вяжем 8 столбиков без накида. 1 за дальнюю стенку. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. В следующую петлю, тоже за дальнюю стенку, прибавка. 1. Сюда же второй столбик. Дальше вяжем 17 соединительных столбиков, тоже за дальнюю стенку. 1. 2. 3. 4. 5, 15, 16, 17. Дальше прибавка. 1 столбик без накида, сюда же второй. Дальше вяжем 8 столбиков без накида за дальнюю стенку. 1, 2, 3,
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше поднимаемся вверх по лесенке. Три тут и две тут. Тут уже за обе стенки. Один. Два. Три. Не забываем ввязывать протяжку. 4, 5 и соединительный столбик в следующую петлю. Все, ниточку отрезаем, хвостик прячем. Вяжем хлястик на пяточки. Вот петельки. Так как мы вязали за дальнюю стенку, то ближняя стенка полупетли осталась вот у нас свободна. Вот начало ряда. Отсчитываем 2 в одну сторону, 2 петли и 2 в другую. Закрепляем нить воздушной петлей. И сюда же провязываем столбик без накида. Хвостик сразу ввязываем. 1. 2, 3, 4. Воздушная петля, разворачиваемся. Второй ряд, 4 столбика без накида. Воздушная петля, разворачиваемся, третий ряд, 4 столбика без накида. Воздушная петля, разворачиваемся, четвертый ряд, 4 столбика без накида. Воздушная петля, разворачиваемся, пятый ряд. 4 столбика без накида. Воздушная петля, разворачиваемся. Шестой ряд. Шестой ряд провяжем за ближнюю стенку. Один, два, три. 4. Воздушная петля, разворачиваемся. 7 и 8 ряд провязываем по 4 столбика без накида за обе стенки петли. Восьмой ряд. Хвостик оставляем подлиннее для пришивания. Я хлястик буду пришивать крючком. Выравниваем по центру. Из-за того, что мы вязали шестой ряд за ближнюю стенку, вот у нас такой получился ровный сгиб, и он никуда не денется. Так, пришивать я буду на ряд ниже. С этой стороны покажу. Вот первый ряд. Пришивать буду вот в эти отверстия. Так, сначала выведу ниточку вот так на лицевую сторону. Проверяем, чтобы было ровно. Теперь вот у нас первая петля. Вводим крючок сюда. Вот здесь первая петля. Захватываем нить, выводим на изнаночной стороне.
Так. Дальше. Вот тут следующая петля. Тут вторая петля. Захватываем нить, выводим на лицевую сторону. Снова третья петля. Здесь третья петля. Захватываем нить. Вывели на изнаночную сторону. Так. И еще разок. Следующую петлю. Четвертую. Вот здесь. Вот она, четвертая. Выводим нить на лицевую сторону. И тут вот немножко торчит уголок. Мы сейчас его тоже зафиксируем. Цепляем торчащую петельку. Выводим там же, где мы уже были. Захватываем ниточку. Все. Хлястик пришит. Осталось спрятать кончик. Свяжем хлястик для язычка. Набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Одна воздушная петля подъема. Вот наша косичка. Переворачиваем ее вниз. И с обратной стороны у нас есть вот такие дужки. За них провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И давайте хвостик этот сразу вяжем. 4. Воздушная петля, разворачиваемся, вяжем второй ряд. 4 столбика без накида. Воздушная петля, разворачиваемся, третий ряд, 4 столбика без накида. Воздушная петля, разворачиваемся, четвертый ряд провяжем за ближнюю стенку. Воздушная петля, разворачиваемся. Пятый и шестой ряды провязываем по 4 столбика без накида. Довязываем шестой ряд. Хвостик оставляем. Ниточку отрезаем, хвостик оставляем подлиньше. Для пришивания складываем пополам, выравниваем по центру язычка и пришиваем таким же образом, как и хлястик на пяточке, на ряд ниже, вот в эти отверстия. Кроссовочки готовы. Шнурок связала обычной белой нитью, набрала 130 воздушных петель. Ровных вам петелек, всем добра!